суперпремьера. Это Марта. Она живет в Москве без родителей. И сама решает свои проблемы. У вас есть дрель? Нет. Хорошо, что я свою взяла. А еще она профессиональная аферистка. Держи. Только обещай, что мы тебя здесь больше не увидим. А это Марат. Мелкий мошенник. Где мои деньги? Я отдам, я займу. У меня тетка в Москве, богатая живет. Который добавит Марте проблем. Я Марат, родственник из Казани. Нет у нас таких родственников. Ты нарушил все мои правила. Ты настоящий свинтус, Марат. Узнай, что получится, когда они объединятся. Я вот легко могу передумать. И ты поедешь обратно домой. Не пропусти. Новая комедия о семейных авантюрах. Мне только московскую прописку сделать, и все, готовый опекун. Никаких прописок. Тетя Марта. Премьера 3 октября. Только на Море ТВ.